Всем привет, это Тип Топ ТВ, я Марина. И я снова у порога светофора, не поверите, я вернулась. Сейчас расскажу, зачем. Я вернулась, потому что, когда делала монтаж, смотрите, ни одной тележки, наверное, очень много людей в магазине. В общем, делала я монтаж и обнаружила, да, тележек нет. И я обнаружила, придется идти за тележкой. В общем, пока иду за тележкой, как раз вам расскажу. Я обнаружила, что, когда делала монтаж, что, оказывается, швабры-то есть в магазине, их очень много, просто их переставили в другое место, а я и не заметила. Стояла рядом и только уже на экране увидела. После тестирования она настолько понравилась, что решила и в город, в Москву тоже себе такую приобрести. Так, здесь, значит, все по-старому. Но если что-то новенькое попадется, я вам все буду показывать. Вот эти фонари, светильники ретро, 259 рублей стоят. Но они там именно вот такие внутри. Смотрите на галочку. Они полностью пластиковые. Патрон керамический, по-моему. Ну-ка. Да, патрон керамика. И сделаны в Беларуси. Скорее бежим. Вот они, баки оранжевые теперь и желтые крышки. Баки классные. 413 рублей, 45 литров. И пищевой пластик. Отличные мегабоксы, 56 литров с крышкой на колесиках. 4 колеса, которые переставляются, 392 рубля. А те, которые поменьше, вот с крышечкой, тоже на замочках, но они уже без колесиков. 24 литра, они стоят 278. Я узнала, вот эти тарелочки стоят 50 рублей на сайте. Здесь они только в розовом цвете, но зато пиалы или коса, как вы говорите, они, по-моему, закончились. Они уже в голубом цвете. Так, форма, смотрите, уменьшается, тает здесь стопка. Вот, я вам сейчас покажу, где здесь спрятали швабры. Увидела только во время монтажа. Смотрите, набор контейнеров для СВЧ и заморозки. 3 штуки, 0,9, литр 900 и 3 литра. 104,60. А какие на ощупь уже какие приятненькие. Разноцветная, прозрачная крышка. Сейчас мы обязательно проверим. Вот, салатовый красный. Довольно жесткие крышки. Посмотрим пластик. Так, это клевер. Есть значок для пищевых продуктов и в треугольнике цифра 5. Поставщик, город Владимир. Вот такие контейнеры скоро понадобятся для заморозки. Так, швабры я вам обещала показать. Вот же они, представляете? Я вам показывала эти миски, показывала дуршлаги раздвижные. Кстати, их тут все меньше и меньше. Кто-то пишет, что ломается этот пластик, буквально падает на пол. С крючка у кого-то упал на пол и поломался. В общем, они раздвигаются. Давайте я повторю, вдруг кто-то не видел предыдущий обзор. Они раздвигаются от 35 сантиметров изначальных до 48 сантиметров. Высота 8. Предназначен для использования над мойкой. Имеет для этого специальные ручки для разморозки рыбы, мяса, для промывания овощей, грибов, фруктов, ягод и крупных макаронных изделий. Вот такой дуршлачок. И, конечно же, швабра. Полное тестирование у меня есть на канале. Вот здесь внутри трубки металлические, их скручиваете в 3 или 4 местах. Получается очень даже устойчивая, она не раскручивается, вот эта вся конструкция. Единственное слабое место здесь. Ну, в общем, смотрите мое тестирование. Здесь макаете, там из микрофибры тряпочка, кстати, хорошо очень держится. Все-таки покажу вам. Она в двух местах. Вот здесь петли. Кармашки такие, сейчас покажу. Неправильно сделали. Вот здесь, видите, и притом здесь прошито лучше, чем у тряпок на Алиэкспресс. Обратите внимание, еще оверлок лучше держится. В общем, здесь вот так три зубчика. И посмотрите, насколько много здесь вот этой ленты. То есть она до конца и еще поперек. Не у всех швабр с Алиэкспресс.
именно вот такой вариант. Но здесь нет защитного такого резинового по краю. Должна быть еще резиновая окантовочка для защиты стен, там, допустим, плинтусов, чтобы не царапать. Но вот эта тряпка, она вылезает немножечко за пределы платформы, и она тоже не дает оцарапать все поверхности вокруг. Вот она, ручка мягкая. В общем, смотрите, у меня есть тестирование. Там все подробно. На различных покрытиях тестирую эту швабру. Вообще прелесть. Беру вторую. Стоит она 790 рублей в светофоре. Замечательная вещь. Она бережет наши с вами ручки. Детские футболки поступления. Посмотрите, какие упаковки яркие. В общем, джемпер детский 156 и футболка детская 3-12 лет, эконом 69 рублей. Давайте хоть одну достанем, посмотрим. Неплохой трикотаж. Производство город Егорьевск, 100% хлопок, цвет микс. А здесь они уже с рисунком. Ну-ка посмотрю, открою. Не буду открывать, я думала, что в упаковке их много, а тут в упаковке по одной. А есть и по несколько. Ну, в общем, здесь хорошая этикетка, все видно. Не буду открывать. Например, 8 лет, рост 128, хлопок 100%, цвет сиреневый, так, нет, не Беларусь. Изготовитель Узбекистан, Ташкент. Вот такие футболочки. А есть. Это тоже изготовитель Ташкент. В общем, разный дизайн. 5 лет. Это какая-то собачка там внутри. Очень даже неплохие. Смотрите, какие красивые футболочки. А вот и джемпер детский с длинным рукавом. Приятный хлопок. Трикотаж. Белла Веза. Или Белла Веза. Так, что здесь? Тоже Узбекистан. Горловина. И принт. Тайцы спортивные женские, 385 рублей. Ну-ка глянем, что это за чудо. Это как леггинсы или лосины. Сверху резиночка. Это синтетика чувствуется. Конечно же, с лайкрой, потому что все-таки спортивная одежда. И внизу небольшие манжетики. Вот такие. Ну-ка, что здесь написано хоть? Тайцы спортивные женские, 75 хлопок, 23 полиамид и 2% лайкра. 44-54. Сделаны в Китае. Такие есть еще с кошечкой. Синие. Ну, в общем, всякие разные. Очень большой ассортимент, нужно рыться. Платье для девочек, короткий рукав, как у футболочки, 134-140 размер, 95 хлопок, 5% эластан. Эластан очень хорошо. 12 лет, 195-50. Есть вот такие, есть геометрия, горох. И завезли, кстати, да, вот трусики. Они, по-моему, стоят что-то очень дешево, мне на кассе говорили, девушки, 52-й. Размер, например, вот хлопок 100% сделано в России. Черный цвет и белый в синий горох. Есть еще бежевые вот такие трусики. А для мужчин предлагается камуфляж. Камуфляж коричнево-зеленый и камуфляж конкретно зеленый. Вот как раз для зарослей. Для рыбалки, для охоты, для чего угодно, хоть за грибами. 356 рублей от 48 до 56. Смотрите, какие есть еще и черные. Черные неплохие. Внизу манжеты у черных. А давайте посмотрим, что здесь. Петля. Да, небольшая такая петля. По-моему, футер или футер называется. У зеленых нет снизу манжетов. А у этих есть. Туалетная бумага трехслойная, 8 рулонов, 30 метров, первичная целлюлоза, 105,89. Ну-ка глянем, что это новинка. В прошлый раз не было такой. Плотные рулоны, смотрите, какие. Иногда же бывают, нажмете, а они прямо раз и сжались. А здесь нет, очень тверденькие.
8 рулонов равняется 16. Мягкая трехслойная. Возьму, мне как раз нужна. Смотрите, какой-то завоз. Футболки. Да какие широкие, какие классные. Приятный очень трикотаж. Что здесь написано? 56, например, размер, да? Здесь темно-серые, но это только-только привезли. Черные с аппликацией. Что здесь написано? Материал 100% хлопок. Женская футболка. И будьте внимательны, здесь 50, а на наклеечке 46. Размерная линейка 44-54. Мне кажется, нужно смотреть вот на эту этикетку, на пришитую. И сзади, посмотрите, спинка-то подлиннее, спереди покороче, а сзади вот с хвостиком. Без рукавов, как маечка, или как скошенный рукав получится. Вот еще какие серенькие, красивые. Интересно, сколько стоят? Я увидела еще с собачками, хочу взять. Тут столько всего. Так, и судя по тому, что, скорее всего, это маломерка, это республика Кабардино-Балкарская, Россия. Скорее всего, они маломерки. Возьму вместо 48-го 50. И вот эту серенькую возьму. Понравилась, универсальная, подо все. Так, и сейчас еще возьму. Только найти размер. Так, 50 или 48. Вот, 48, сейчас глянем с вами. Нет, вот эту возьму 48. Смотрите, какие классные тут мопсы. Или кто это? Еще возьму сиреневую, 48. Вот, какой цвет увядшей розы, 48 размер. Ну, какие-то ниточки, все это ерунда. Интересно, на кассе узнаю стоимость. Мне кажется, где-то в пределах, ну, не знаю, даже 200 рублей, может быть. Смотрите, какие классные. Фламинго на зеленом. Вот какой, ну, вот этот цвет еще очень приятный. Набрала, посмотрите, пришла за шваброй, набрала так набрала. Вот спрашивается, зачем столько футболок? Ну, лето же, даже можно и не спрашивать, и так понятно. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео тоже было вам полезно, а также интересно. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал TikTok TV.